В Астане презентовали еще одного золотого человека, которого обнаружил известный археолог Зейнулла Самашев. Открытие было сделано в августе в Восточном Казахстане. Раскопки велись более 2 месяцев. В результате большой работы антропологи нашли юношу 17 лет. По их словам, он проживал в 8-7 веках до нашей эры. Все найденные украшения и предметы вооружения представили на выставке в Национальном музее в рамках расширенного заседания экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. Так, в столицу подвели итоги археологического сезона 2018 года. Это очень интересное, неограбленное захоронение юноши 17-18 лет, где сохранились предметы украшения мужского костюма, предметы вооружения, а также это остатки женского украшения, бусы всевозможные. И некоторые вещи хорошо украшены произведениями искусство звериного стиля, причем эти изображения выполнены в технике зерни. На выставке можно было увидеть и стенды, посвященные бронзовому веку Сарыарки, научные материалы по проекту «Казахтану» и много других уникальных экспозиций. В ходе заседания участники не только подвели итоги работы за год, но и наметили научный план на ближайшие 2 года. Известно, что предстоит реализовать более 70 проектов. Пока секретов ученые не раскрывают, но заверили, что впереди ожидается много интересных открытий. Эти находки способствуют укреплению собственного национального кода, популяризации сакральных мест. Необходимо сформировать детальный план мероприятий на 2019 год. Центру по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений совместно РГУ «Коғамдық келісім» необходимо организовать конкурс научных работ для молодых ученых по тематике казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.